20 апреля 2021 год. Закрываем сезон сбора березового сока. Слава Богу, получилось нам. Мать природа позволила. Позволила. Тонну мы собрали, поэтому собирали для себя. Но получились излишки. И клиенты с прошлого года заказывают. Партнеры по бизнесам, потому что занимаемся разными бизнесами. Я Стороженко Владимир Владимирович. Александр Анатольевич. Вот. И вот показательный момент. Александр Анатольевич это делает профессионально. В СССР он инженер лесного хозяйства. Вот. Из ветки чопик делается и забивается. Вот так получается. Это вот задают вопросы, что вы делаете потом с древесиной. Ну и меня духовные люди научили.